бежим. Так, куда бежать? Я направо, ты налево. В смысле? В смысле, я направо, ты налево. А. Ну ладно, я направо. А как кошку использовать? Ну это если она у тебя есть. Ну тут написано, используйте кошку. Ну так же, как и остальные предметы, наверное, я так думаю. Ну ты используешь кошку как? Падай и умирай. Я говорю так же, как на остальные предметы. На какие? В смысле, на какие? Какие? Все, остальные понял. Предметы любые все, также. Все, понял. Нормально. Ну, у нас уже времени не хватает. Я просто не вкурил, что здесь можно использовать кошку. А то бы я прям тут уже бы ее обьюзал. Ой. Я с кошкой очень хорошо знаю. Можно, но я пока смотрю маршрут. Хреново, брат, пока получается смотреть маршрут, но я смотрю. Да, вот тут, кстати, посложнее. So а, у меня 0 хп. Лечи меня. У меня 0 хп было. Ты видел, да? Ой. Мальца не туда, да? Ну, прям как я. Подымешь? Не. С какого фига не? Я улетел. Слышу, летунчик. Я бы тебя поднял. Да, конечно. Верю. Чё, я тебя всегда поднимал? Охотно верю. Кто там улетел? Фига, там уже 3, блин, сел, засранец. Да ладно. Да иди ты, ё-моё! Нет, я не хэппи, я хочу его перепройти, потому что я лоханулся случайно и из-за этого проиграл. Нечестная битва. Да, конечно. Каждый раз, когда ты вдруг лоханулся, мы перепроходим, потом ты выигрываешь, потом ты выпендриваешься. Я лучше, говорит. Конечно. Не, ну если бы можно было сейчас нормально не лохануться. На самом деле я просто что-то не врубился, как там прыгать вниз. Там идти, там тросы. Да? Через здание. А я, кстати, не заметил, ну ладно. Тут с каждого здания до здания идет трос. Все, понял. Ну просто это вот он такую подставу строит. Что ты тут по антеннам ползаешь? Так, ладно. Сейчас посмотрим еще какое-нибудь интересное задание. Так, вот нашли, куда построить мой динамит. Так. Полный газ, ну, все правильно. С Джеффом. Да, это другое задание. Хорош мне над духом стрелять. Я тебе прямо в ухо стрелял. Ты мне над ухом стрелял, солдат. В ухо. Ну, кстати, зато на обычных гонках ты меня ни хрена не догоняешь. Уровень ловкости 13. Да ты даже с кошкой ничего не можешь. Я тебе потом покажу, как я с кошкой могу. Как ты с кошкой можешь? Ах ты зоофил. Ну извини, с тебя пример взял. Да, с меня. Ты же с кошкой-то можешь. Я ж не говорю, что я с кошкой могу. Да, ты с ними не можешь, ты с ними делаешь. Нет. Ничего я не умею. Как там бегал, уже всех спас давно. Ну я тут стоял, смотрел. Чё, что-нибудь дадут, нет? Ну, там, о.
Награда каратель. Титан. Ну, каратель. Титан. На. Такой, на. Такой стелс-бой. На, улетел. На, в щи. Так, теперь я тоже умею по стенкам ползать. А толку? Ну как? Забираться чуть повыше. Так, а мы прошли же то место, которое мы нашли, да? Всего 7 зон, по-моему, да? Угу, да, да. 7, да? Угу. Мы 3 прошли. Наконец-то мы можем забраться на этот мост. Зачем на него забираться? Я вот сейчас тоже об этом подумал, но... Мало ли. Да ёп. ПРСТ. Не, ну кошка однозначно облегчает жизнь. А, нам наверх. Ах ты, ах ты, ах ты тварь, а. Так, как нам сюда забраться? Что, я пропустил просто сюда? Я нашел. Да ты задолбал, слышь? Так. Откуда? Йоу-йоу, сюда, сюда, камон, чё? You will address me as Commander Jeff. I make the rules here, is that clear? Not Brecken, not Rice. This is Jeffville. Or Jeffland. Or Jeffertown. New Jeff City. Look, Jeff. Commander Jeff! There's an emergency, the gas is out all over the city. Oh, yeah. That was me. But you shut off the gas? Installation of the Fort Jefferson apocalypse wall required a temporary interruption of the civilian gas supply. But I'm all ready now, so you can turn it back on. I think that's going to be your job. No can do. I'm too critical to base operations. We'll have to send someone who's expendable. Commander, I'd like to volunteer. You're a good man. Whoever you said you are. I hate to lose you. Now, go open the quadrant allocation valves, plus the primary distribution gate. Then report back to me, and I'll restore the city main pressure here. Hey, if you don't get killed, you can be the first civilian to witness my apocalypse wall. А чё он не договорил? Boy, oh boy, we're going... Он договорил у тебя? Да. Он мне не договорил, видимо, из-за того, что подлагивает. Он мне говорит, ты станешь первым гражданским, который увидел стену апокалипсиса. Но так как мне придется вставлять твой звук, у меня он тоже не договорит. Так, вопрос, мы будем открывать вот эти две машины? А, понял, будем. Ну сейчас откуда здесь появился, слышь ты, да? Ты что меня кусаешь? Ты что делаешь? Ты что ты? Я посмотрел в твое серьезное лицо. Говорить решила, что ли? Мне так везет все время на них. Так, ты там открываешь или как? Нет, я убежал за грузом. А-а-а. Он же фиг знает, где находится. Да вроде близко по карте показано. Нифига себе близко. Ты открыл машину? Нет, как их там соло откроют, до хрена. Не, ну открыть-то можно, но, блин, полчаса на это тратить. Может, там, ну ладно, беги себе. Я первый успел.
Вон можешь эту встретить. Да пофиг. Пойду сразу на газовую. Давай ты на одну, я вторую. Не, давай, все, сразу уже зачищайте. То еще будет, блин, там, что, как тогда, помнишь, типа, оба должны игрока вместе быть, я залез на вышку. Так там можно было нажать Б, и мы бы переместились друг к другу. Ну все равно, нафига лишний раз это делать. Сразу просто побежим, на всякий случай. Ага. Она, походу, снизу. О, тут такая фура стоит, короче. Я сейчас попробую сделать смертельный номер. Ты можешь мне как-то поможешь, нет? Не, увы, нет. Я умер. А я нет. Я сейчас тоже умру. Че, умер? Толстого смерть мне к лицу. Блин, 2000 очков. 360. А, я понял. Фак. Что я понял, короче. Мы что? Теряем все, сколько у нас ЧС, кто первый умирает. Чего? Чё говоришь? Чё говоришь? Говорю, мы ЧС теряем все, которые собираем. Думаешь? Ну, типа того. Ты не хочешь, нет, чуваков спасти? Нет, я ушел Громилу убивать. Ну. If you hadn't come along when you did, they would have beaten us to death. Ну, от кого из вас нападается? Отлично. Ну, считай, я, собственно, вернул то, что потерял. Так, ты где там? Я тебя жду. Хочу одну штуку попробовать. В смысле, одну штуку попробовать? Какую штуку? А, эту штуку. Не ходи туда. Спасибо большое! Просто зае... Шибись. А как туда запрыгивать? Как запрыгивать туда? 10 секунд! Я из-за тебя сейчас опять потеряю деньги. А ты как туда запрыгивать-то? Спасибо. Еще и с моста надо запрыгивать. Понятно. Ты просто, вот я из-за тебя потерял, считай, 4 косаря. Только в первый раз это еще было нормально, но сейчас я их только что заработал и тут же из-за тебя просрал. Причем я понял, что это из-за тебя, потому что ты выстрелил. Я не выстрелил, там динамит был. Я не думал, что ты туда запрыгнешь сразу же. А ты как бы не предупредил даже, что ты что-то собрался по этому поводу делать. Я говорю, сейчас тебе хочу кое-что показать. Да, это единственное, что ты мне сказал. Туда запрыгнул. Чтоб ты, блин, сдох, ё-моё. А вот нефиг со своей кошкой баловаться. Я без кошки прыгал. Да? Карганда. Кто помнит её? Все, да. Короче, я тебя смотался, на тебя нафиг. Я на тебя обиделся. Да-да. Кстати, за тобой бегут. Да мне похрену. Ой. Ой. Да. А, я понял, что так кошка долго действует, потому что она сматывается обратно, типа, долго. Рекойл. Перезарядка. Да нет, я вроде там прыгал нормально, там здание на здание. То есть, ну, от здания допрыгивал. Про что вообще? Ну, на кошке, когда вот прыгали.
Я от здания до здания, между зданиями, короче. Сначала на одно, потом на другое, на одно, потом на другое. Да и не про это. А про что? То, что она перезарядку именно имеет, и эта перезарядка именно из-за того, что она отталкивается. Воу. Тут сейчас такая приколюха была. Воу-воу-воу. Ладно. Ой, он умудрился, кстати, еще этих придурков повырубать. Понять бы просто, куда нам. Ну, куда так туда. Ага. Он куда? А, нет, не сюда. Ауч. Это прям было вообще не в тему. Че, умереть? Нет, я не умер. Ты понял, как его забираться? Да. Я что-то как-то скриволак. Я уже нашел. Где она? На внутрь туннеля, что ли, бежать? Mm. Подожди, приду. Пошли вон отсюда. Будет еще мешать тут. А, помнишь, я тебе еще говорил, странный какой-то вентиль здесь. Угу. Еще тогда, кстати. Как жопу чую. Все? Да, все. Чтобы собрать надо было. Вроде больше ничего. А, вот тут, кстати, возьми записку. Если вдруг не взял. Вот в той комнате. Там. Угу. Ну, теперь стало намного проще выбираться от зомби. С кошкой-то. Такой, знаешь, бежишь, бежишь, ой, нет, у меня проблема, да, там, бамс, брался. Или, наоборот, к зомби подобраться не пристал. Ну, поди ты уже. Вот он. Что, опять груз, да? Угу. Забей его тогда. А, нет. Убейте солдат Раиса. А, ну, убей их. Вот, верни мне мои две штуки. Надеюсь, мне зачтется. Нет, там надо, это типа какое-то самое испытание, ну, на двоих, кто больше. Нет. Так, ну я тебя, в принципе, жду. Мне кусок говна лезет какой-то. Смешно слетел с крыши. Мое эпичное появление. Вот. Тут есть кое-что загрязняющее наш с тобой спокойный мир. Да ты... Больше не загрязняющее, ладно. Да вы вообще что ли... Охренели. Что за... Если бы не эти лаги, я бы вас вообще бы тут проскромсал на мелкие части. Да, да, да.
Так же, как и я бы, конечно, по ним тут начал сразу же, конечно же, попадать. Так же и ты раскромсал бы все. Да реально, вот, выше 20 не поднимается. Видимо, из-за того, что диск уже переполнен. Еще такой раз, ой, у меня не записывается. Нет, не записывается. Ну что ты туда? Да, я не могу никак вниз опять попасть. Видать, где-то вход. Да, вот вход с той стороны. Все, я, кажись, примерно догадываюсь, как туда можно, наверное, попасть. Ну да. Прикрой. Прикрой. Пошел ты. Сука, ну просил же, прикрой. Ну, когда с двух сторон на тебя набегают. Ну так в угол бы ко мне встал, да прикрыл бы. Я просто хп вообще нету. Ладно, пробую открывать. Открывай сверху. Не стреляй ты, ё-моё. А! Ты что, издеваешься? Ты еще больше их привлекаешь. Они же кончатся когда-нибудь. Когда-нибудь. Все, тишина. Понимаешь, я заметил тишину в кавычку. Открыть. Важное, видимо, здание. Сигареты и алкоголь. Бухнуть и покурить. И как всегда красная дверь, которую можно просто так открыть. Так, что если... И да, Джеронимо моему мега-мозгу. Я догадался, как сюда попасть. Сбоку где-то, да, обходить. Там. Смотри, короче, вниз. Я с такой жопу сюда приплыл. Ты бессмертная, что ли? Поворачивайся ты. Лагать. Мать твою! Воу-воу-воу-воу! Что-то мне не нравится это. Alright, I opened the local valves plus the primary gate. Uh-huh, what about the ballast lines? Wait, the what? Flaming flatulence, do I have to tell you everything? Obviously, you have to close all the valves on the blue line to keep the pressure balanced. Now hurry up, we're going to be leaking more gas than Grandma Christmas. Да зашибись просто. Jade speaking. It's going to get dark in about an hour. So whatever you're doing, people, better start wrapping it up and get back to the tower. Прикрывай, что я буду пытаться закрывать это все дело. Наверное. Еще понять, как это... У меня парит вообще дико. Закройте вентили синей линии. Мне бы, сука, хоть один найти. Ладно, нашел. О, ну за... Да ладно! Во-во. Я только вентиль нашел, думаю. Ну, сейчас, наконец-то. Я надеюсь, у меня левел не отнимут. В минус. Не, ну если так, это будет совсем печально, кстати. Ну ладно. Блин, что так лагает-то? Все, FPS ниже 15, выше 15 не поднимается. Тебя настигает кара. Меня настигает, видимо, пере это самое... Переполнение жесткого диска. Как бы если бы он тебе переполнился, у тебя закончилась бы запись. FPS вырубаешь, короче, 70 кадров показывает фрапс. Так FPS ты вырубаешь или фрапс ты вырубаешь, лол? FPS, ну, фрапс когда вырубаю, 70 FPS показывает. Понял? Ты меня чуть электричеством не шуганул, ты в курсе вообще? Yeah.
Так, ну короче, один вентиль ты тоже нашел, да? Сейчас я включу еще остальные вентиля. Мне нужна будет. Так, я нашел еще вентиль. Мне нужна твоя помощь, чтобы меня вдруг не убили. А ко мне кто-то уже бежит. Внимание, я буду перебегать. Чё, один вентиль за мной? Все, у меня память кончилась. Ну, что я могу сделать? Давай уже добьем. А, ну все, в принципе. Ай, командир. This ain't the Navy, son. Drink some coffee and sober up. Так, офигенно, без лагов. Всё, вернёмся мы в следующей части. 70 кадров в секунду. Серёг, надо стрелять. Побежал-то, слышишь? Куда побежал-то, слышишь? Умник. Стрелять. Смотри, куда! Меня насмешил, конечно. Офигенно. Что, сейф хаус? Эй, я прям по нему стрельнул, чё за... А ну и стрельни в него. Не, в него стрельни. Кого? Ну вон в этого придурка. Неубиваемый.